Меньше чем за 30 секунд современная мультиспиральная компьютерная томография с болюсным контрастированием открытого типа позволяет выявить тяжелые заболевания на ранней стадии. Благодаря современной технологии лучевая нагрузка на человека снижена наполовину. Этот метод исследования безболезненный и один из самых информативных, используемых в диагностике органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, костно-суставной системы и головного мозга. Если мы говорим о остром нарушении мозгового кровообращения, то в первые часы этой сосудистой катастрофы, безусловно, лучше всего делать компьютерную рентгеновскую томографию, потому что она более чувствительна для этих пациентов. Такие методики являются золотым стандартом для диагностики, например, аневризм головного мозга. Лучшего метода на сегодняшний день нет. Патология, связанная с онкологическим поражением, например, печени. Мультиспиральная компьютерная томография представляет собой действенный метод диагностики онкологии. За счет движения рентгеновской трубки по спирали МСКТ позволяет значительно ускорить исследование. А минимальная величина обнаруживаемых опухолей 2-3 мм, то есть рак выявляется на ранней стадии и поддается лечению. Кроме этого, красноярцев, особенно пожилых, часто беспокоят боли в спине и суставах. Для постановки правильного диагноза в отделении лучевой диагностики проводится остеодензитометрия. Без этого оборудования мы не можем этот диагноз правильно установить. То есть это автоматизированная система, которая измеряет плотность, минеральную плотность костной ткани и позволяет сказать, есть у человека остеопороз, либо его нету, либо он находится в пограничном состоянии, так называемое состояние остеопении, между нормой и патологией. Остеопороз опасен тем, что поражает весь скелет, но в особенности кости бедра, предплечья и позвонки. Это одно из самых распространенных заболеваний костно-суставной системы. И даже такие рутинные исследования, как выявление переломов, проводятся с использованием современного цифрового рентгеновского аппарата, который позволяет отобразить кость в мельчайших деталях. Более 700 методов лечения, высокотехнологическое диагностическое оборудование и высококвалифицированный персонал. Свыше 10 лет Центральная научно-исследовательская лаборатория на партизана Железняка 1З оказывает полноценную медицинскую помощь в рамках ОМС и ДМС. Телефон для записи 291 85 33.